несложный ажурный узор «Трилистники». Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Раппорт узора 8 петель. Для того, чтобы показать вам на двух раппортах, я набрала цепочку из 13 воздушных петель. То есть это 2 раппорта минус 3 петли. Почему минус 3? Сейчас поймете. Замечаю последнюю петлю и вяжу еще 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И теперь в отмеченную петлю столбик без накида. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в эту же петлю начальной цепочки. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту же петлю. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида все в ту же петельку. Вот у нас получился такой вот трилистничек. Теперь делаем 4 воздушных петли, пропускаем 3 петли начальной цепочки. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. На 4 вяжем столбик без накида. 4 воздушных петли. Пропускаем 3 петли начальной цепочки. 1, 2, 3. На 4 столбик без накида. И еще один такой же трилистник. 4 воздушных петли. Столбик без накида в эту же петлю начальной цепочки. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту же петлю. 1, 2, 3, 4. И еще один столбик без накида. 4 воздушных петли. Пропускаем 3 петли начальной цепочки, но это у меня будет последняя петля, столбик без накида. Вот такой вот первый ряд. То есть, как видите, в этих трилистничках 3 лепестка, центральный из них из 5 воздушных петель, а боковые по 4. Теперь делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эти трилистники будут располагаться в шахматном порядке, поэтому в этом ряду по краю будет как бы половинка. Столбик без накида вяжем на столбике без накида. 4 воздушных петли. Столбик без накида сюда же. Это как бы вот половинка трилистника. 4 воздушных петли, столбик без накида вот под центральный лепесточек. 4 воздушных петли. И теперь трилистничек мы будем вязать вот на этом столбике без накида. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Все на этом же столбике без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И еще столбик без накида. Трилистничек есть. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида на центральном лепесточке. 4 воздушных петли. А вот здесь вот у нас вот 10 воздушных петель. Нам нужно связать вот половинку этого трилистника, также отступив вот ну, где-то на 5 примерно петле. Здесь именно не под цепочку, а вот в петлю, иначе все это расползется.
4 воздушных петли, столбик без накида. А вот центральный лепесточек вяжем по-другому. 2 воздушных петли и столбик с 3 накидами, также на этом столбике без накида, то есть, чтобы остаться вот в верхней точке. На схеме столбик с 3 накидами. Но можно вязать и с 2, то есть зависит от вашей плотности, нужно посмотреть. Далее. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваемся. И сразу вяжем трилистник вот над трилистничком первого ряда, то есть вот на столбике без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида на верхнем лепесточке. То есть здесь мы уже практически повторяем первый ряд. Еще 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И на вот столбике без накида, который на трилистнике, также столбик без накида. 4 воздушных петли, столбик без накида. 5 воздушных петель, 4, 5, столбик без накида. 4 воздушных петли, столбик без накида. 4 воздушных петли, и в конце ряда вот под центральный лепесточек столбик без накида. Вот, в общем-то, весь узор. Дальше повторяется второй и третий ряды. Давайте покажу образец побольше. Вот такой образец у меня получился. Как видите, он такой достаточно ажурный, но в то же время нет очень больших отверстий. То есть вот такой вот воздушный. Больших отверстий нет. Ну, такой вот совершенно несложный, но симпатичный узорчик. Чтобы его закончить, я связала просто вот по 4 воздушных петли и столбики без накида. И там, где они по рисунку, и там, где, в общем-то, должен быть следующий трилистник. Вот такой вот симпатичный ажурный узорчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам! И легких петелек.